Всем привет, с вами снова Аня. Сегодня на завтра готовлю пышный омлет под названием буляр. Рецепт простой, омлет получается невероятно воздушный и нежный. Так что пошли готовить. Берем 3 охлажденных яйца и первым делом отделим желтки от белков. В миску к желткам добавляем щепотку соли и немного взбиваем вилкой. Вливаем 40 мл молока и снова все взбиваем. Затем в белки всыпаем щепотку соли и взбиваем в пышную устойчивую пену. Как правило, при работе миксером на это уходит около 2 минут. Готовые белки должны быть довольно устойчивыми, не опадать и не вываливаться из чашки при ее наклоне. Сковородку ставим на средний огонь и смазываем дно и стенки растительным или сливочным маслом. Как только сковорода разогрелась, выливаем желтки. Когда желток немного схватится, уменьшаем огонь до минимума и выкладываем белки. Аккуратно разравниваем их по всей поверхности сковороды. Накрываем крышкой и готовим 5 минут на маленьком огне. Вкусный, очень нежный и пышный омлет пуляр готов. Проходимся по краям лопаткой и аккуратно перекладываем на тарелку. Чтобы омлет получился пышный, диаметр сковороды желательно брать не больше 22 см. Перед подачей разрезаем пополам. При желании кладем сыр или любую другую начинку. Затем складываем 2 части омлета друг на друга, белком внутрь. Украшаем помидорами, свежей зеленью и подаем к столу. Вот такой вот необычный и нарядный омлет из простых ингредиентов. Ставьте, друзья, лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Всем приятного аппетита и до новых встреч!